На видео человек по имени Роман Рябчиков. Он устанавливает знак под названием «Фото-видеофиксация» перед камерами треногами на трассе Рязань-Клепики. Я езжу часто в Рязань и забиваем такие вот знаки, предупреждая водителей о том, что там стоит камера фотофиксация. Вот, все по закону. Теперь мужчине грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей за самовольную установку дорожного знака. Альтруистическое желание Романа понять можно. Штраф за превышение скорости самый распространенный в нашей стране. Сотрудники госавтоинспекции всякими способами борются с данным нарушением, привлекая к нему самые передовые технологии, одной из которых является фотофиксация скорости. Начиная с января 2013 года существует специальный знак, который и сообщает об этом. Указывает на то, что в зоне действия дорожного знака, либо на данном участке дороги, может осуществляться фиксация административных правонарушений, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъемки и видеозаписи. Знак фото-видеофиксации является так называемым знаком дополнительной информации. Применяется он с определенным перечнем знаков или светофорами. Самостоятельно он никакой информации не несет. Правда, эта табличка, согласно правилам, должна быть установлена перед камерами фото- и видеофиксации. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».